Ну что ж, друзья, всех приветствую. Следующая у нас на очереди распаковочка идет. Не так много у меня всего, но что есть. Значит, сразу переходим к делу. Взял вот такой креатор. Это у нас не просто CD. Это концертник, по-моему. Не просто CD. Здесь два диска. То есть и CD обычный, и еще DVD-версия. Концертник в Вэкине, по-моему, да. 2014 года. Вот такой вот двухдисковый сразу. Но причем в виде CD именно, а не в DVD-шной коробочке. Вот, взял еще такие два альбома Металлики. На Яндекс.Маркете появились какие-то очень подозрительные дешевые альбомы разных групп, которые, ну, там написано, что сделаны в России. То есть я так понимаю, что это какая-то такая реплика. А вот насколько эта реплика хорошая, это, конечно, еще стоит выяснить. Здесь, видите, нет никаких наших лейблов, типа Iron, City Maximum, там, Soundage и другие. Здесь просто все. Вот, но производство в России. И то же самое. Тут тоже такое же издание. Это вот диск Rammstein. Herzleid альбом. Они стоят где-то по 350 рублей все примерно. Поэтому, естественно, было интересно понять, что это такое. И вот этот диск я, наверное, открою. Просто потому, что мне интересно понять, ну, как сам диск-то выглядит. То есть, если это такая реплика, насколько она правдоподобная, скажем так. Поэтому сейчас давайте откроем его. Вот как обычно. На камеру. Все очень сложно открывается. Ну, с виду вроде так нормально выглядит. Сейчас посмотрим поближе печать. Так, вот такой диск. Знаю, видно вам или нет там. То есть, ну, вроде не болванка. Так уж прям совсем. Какой-то штрих-код, что-то там написано, но не так, конечно, много, как на фирменных. То есть все-таки по краям какие-то следы. То есть это не такая прям уж совсем откровенная болванка, но тем не менее видно, что что-то так. Но здесь, смотрите, буклет прям. И в тех, в металликах тоже буклет. То есть все как положено. Вот он, скорее всего, так и выходил, этот альбом. Вот у меня кассета до сих пор осталась. Там вот на обложке не вот так, а вот именно цветы. Вообще, Rammstein, я смотрю, любители выпускать с разными обложками один и тот же альбом. Вот, ну, вот такое вот издание. А по звуку это еще стоит, будет... Ну, то есть нужно будет проверить все это. Ладно, идем дальше. Это у нас немного CD было. Переходим к фильмам. Взял вот такой «Царь Скорпионов». Не сильно дорого стоило, ну, при том, что это 4К. А стоил он, как обычный, Blu-ray, наверное. Поэтому, конечно, взял. Здесь вроде бы... Ну, хорошее качество печати, поэтому я думаю, что это... Нормальная лицензия. Я вообще не знаю, 4К подделывают или нет. Это же какой-то специальный, наверное, дисковод нужен, на который тоже надо разориться.
Если кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, подделывают ли 4К вот эти диски Ultra HD. Вот, ну, сам фильм очень нравится, так что, когда куплю PlayStation 5, с удовольствием гляну его именно с диска. Пока что у меня, вот я говорю, только два фильма, это «Спасатели Малибу». О, кстати, как интересно, там же тоже скала. Это неосознанно было сделано, но теперь у меня два фильма 4К Ultra HD со скалой. Смотреть мне их пока что не на чем. Так, ладно. И я на прошлом выпуске показывал вам, что взял вот такое издание на Blu-ray. «Игра престолов», третий сезон, четвертый и пятый сезон. Найти все остальные сезоны, конечно, можно, но стоит это огромных денег, поэтому я взял DVD. Вот такое DVD-шное издание, первый и второй сезон. Естественно, потом, когда-нибудь, надеюсь, все сезоны собрать именно в Blu-ray. Вот, ну а пока что. Они, кстати говоря, коробочки-то эти одинаковые. И, в принципе, вот вместе вполне себе смотрятся, если не считать синие полоски. Вот. Ну давайте глянем. Так, вот это давайте уберу. То есть вот такой бокс картонный. И здесь уже непосредственно с фотографией. Вот так это выглядит. Роберт. Вот несколько дисков. Это я взял, естественно, с рук. Но состояние хорошее, поэтому почему бы и нет. Тут какой-то прям буклетик тоже. А тут ничего нет, смотрите на DVD. Первый сезон. А, ну так странно, что реклама первого сезона в этом же диске и находится. Ну ладно. Оформление такое простенькое, здесь вот под дисками есть, конечно, это какие-то рисунки, но они еле видны, типа там драконы и прочее. Так, это первый сезон. Второй сезон, думаю, тут плюс-минус все то же самое. Тирион, опять Серсея, Джон Сноу, такое же издание, вот Царь-убийца. Вот, а под дисками, кстати, немного другое оформление, видите? На втором сезоне здесь какая-то, а это карта, по-моему, их где-то она на драконьем камне, что ли, находилась, но могу ошибаться. Тут тоже буклетик, а это список эпизодов, смотрите-ка. Вот, а там почему-то реклама. В первом сезоне. Ну, в общем, посмотрим, на самом деле. Мне даже интересно, как он выглядит, в принципе. Ну, это все-таки DVD. DVD есть DVD, какой бы он качественный ни был, но это само по себе разрешение, оно уже просто маленькое. Учитывая наши телевизоры, оно просто маленькое.
Так, еще взял. Я не знаю, как это. Комикс, не комикс. Это, по сути, не комикс. Это именно как книга такая. Небольшого она размера, видите, как DVD-диск, по сути. Плюс-минус. Вот. Про Чудо-женщину. И здесь именно... Здесь полно иллюстраций, но они все такие, черно-белые. Такого плана. Я так понимаю, что-то вроде биографии. Смотрите, полно всего. Ну да, про ее жизнь. Как, что, где, куда, когда. Доспехи. Все тут есть. Именно про персонажа прочитать. Кто-то там заинтересовался. Ну, мне, в принципе, нравится. Лига справедливости вообще вся. Цена небольшая была, поэтому почему бы и не взять. Такая вот книженция. Так, и еще такая огромная книжка большая. Она прям тяжеленная. То есть, если вот брать CD-диск, то это вот, видите, какой размер. И она реально прям тяжелая. «Сорви голова. Последние дни». Стоило тоже где-то около 350 рублей, что ли. Вот такая. Ну, по отзывам там все классно. Ну, у некоторых бывает помятое, мне повезло, все прекрасно. Так что «Сорви голова» тоже персонаж мне нравится. С удовольствием посмотрел сериал с ним от Netflix. Очень был рад, когда он появился в «Человеке-пауке», вот в этом последнем или предпоследнем, я уже не помню, в роли адвоката. Так что с удовольствием тоже буду читать. Ну, сейчас у меня есть пока что читать. Сейчас «Дорогу ярости» читаю, вот это, про Джорджа Миллера. Тоже очень занятная книжка, рад, что ее взял в свое время. Вот, ребята, ну, на этом все. Сегодня не так много у нас, но вот что есть. Подписывайтесь на... У нас теперь есть группа в ВКонтакте. Если у кого-то там... Я не знаю просто, где вы сейчас это смотрите, потому что я везде пощу. И ВКонтакте, и на Дзене, и на Ютубе, конечно же, тоже буду продолжать. И если у вас что-то не работает, то вступайте в группу ВКонтакте, там все дублироваться будет. И не забываем, конечно, про наш чат в Телеграме, где все общение происходит, обмен, распаковки вот эти. Распаковки я, кстати, введу также и в группе ВКонтакте, так что если хотите, кроме выпусков основных, смотреть еще и все распаковки, ну, то есть распечатки именно, и также я блюрейки и DVD смотрю на предмет, какие там переводы и менюшки, именно непосредственно уже на телевизоре, то есть просмотр самого содержимого. Вот, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вот, и чат наш не забываем, где все общение происходит. Уже, наверное, говорил. В общем, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки. Еще раз подписывайтесь на все каналы, на все группы, и увидимся. Всем пока, друзья!